Обзор маленький самодельного мини-трактора с двигателем ZTOR 8401, получается 80 лошадиных сил тракторок. Колея 140, получается, да. Длина 2,4, ширина 1,40 м. Такой мини-трактор. Двигатель полностью чугунный, поддон, блок, все чугунное. На нем стоит НШ-32 круглый с распределителем трехсекционным от МТЗ. Вот там он установлен. Используем только одну секцию, другие пока не нужны. Как бы хочу показать, как она состыкована с коробкой. Получается, задний мост и коробка — это от болгарского погрузчика старого, а двигатель вот этот был установлен на поливочной машине, как они, Сигма назывались, старинные советские еще. Состыкованы они таким вот способом. Передняя крышка на коробке получается самодельная, и сухой картер тоже самодельный, и таким способом они друг к другу прикручены. Конструкция обычного трактора. Вот эта рама играет роль несущую только вот для передних подушек двигателя, а трактор сам держится полностью на болтах, как обычный трактор. УАЗик, УАЗовский, как его, сцепление установлено на данном тракторе. Навеска вот с гидроцилиндром, тоже как все на тракторе. Сзади у нас установлены гидробак и бензобак. Колеса от ГАЗ-52, получается. Ну, колея изменена, она вырезана вот по дуге у нас, чуть переставлена. В данный момент колея там получается у нас 1,20 м. Ну, чуть-чуть расширить надо, если под картошку делать. Под капотом. Ну, ничего нету тут особого. Просто движок чуть-чуть грязный, тут с обратки он все капает. Резьбы сорваны вот на этих болтах. Поэтому двигатель такой грязный. Генератор тоже от 53-го. Расход очень маленький у него. Также можно подключить подогрев поддона. Имелся у него то ли охладитель был он. Можно как подогрев сделать. Вот вход-выход в поддоне. Давайте заведем, посмотрим, как он заводится у нас. Коробку передач сейчас объясню чуть позже, как она переключается. Посередине это у нас реверс получается. Рычаг впереди вперед едет. В середине нейтраль. Внизу задняя скорость. А на руле вот установлен два рычага. Один, второй. Вот этот переключает чисто первую передачу. Вниз нажимаем. И это у нас первая передача получается.
Ставим обратно нейтраль. А с этой стороны вторые, третьи передачи. Вниз вторая передача. В середину нейтраль. Прям вверх это третья передача. Когда вставлена первая передача, соответственно, вторые, третьи не включаются. Там под сидушкой аккумулятор, сотка. Нормально заводит, без проблем. Тормоза, цилиндр от УАЗик тоже. А внутренности в барабане цилиндры от ГАЗ-53 полностью подходят на нее. Передняя балка это полностью от комбайна Нива получается. Ничего не изменено. Полностью в своем исполнении. Самое главное здесь надо поменять колеса. Нужно установить от ГАЗ-66, а спереди надо установить от УАЗика. А то столько мощи, а полностью нельзя использовать как бы. Все, всем спасибо.